В округе давно сложилась добрая традиция поздравлять юбиляров семейной жизни, чьи супружеские отношения, проверенные долгим временем, стали образцом чистоты и верности. Чтобы они еще раз смогли скрепить свой брачный союз, супругов пригласили в местное отделение управления ЗАГС. Пары поставили подписи в юбилейной памятной книге под свадебный марш Мендельсона. Пришли поздравить юбиляров почетные гости. Заместитель главы округа Татьяна Квасникова прочитала стихотворение Роберта Рождественского. Человеку надо мало, чтобы искал и находил, чтобы имелись для начала друг один и враг один. Невеликая награда. Невысокий пьедестал человеку мало надо, лишь бы кто-то дома ждал. Музыкальные номера, подготовленные местными исполнителями, украсили торжественное мероприятие. Мария и Николай Лукьянченко познакомились в 1973 году в университете в Москве. Молодые люди влюбились друг в друга и в марте 1974 года сыграли свадьбу. И теперь они отмечают 50 лет совместной жизни. Мария Викторовна и Николай Дмитриевич поделились секретом своего счастья. Надо уметь прощать друг другу, надо уметь быть гибкими, надо уметь жить немножко жизнью своего супруга. Или супруги. Супруги Любовь и Яков Гуревич дали свое напутствие и пожелание молодым семьям. Нужно мелочи не обращать внимания, стараться не только в первую очередь себя любимую или любимого, а вторую половину тоже смотреть. Правильно ли я делаю? Нравится ли это и правильно ли будет для него это? За сохранение семейных ценностей, основанных на взаимной любви и верности, всех супругов наградили почетными грамотами и медалями, а также подарками от администрации муниципалитета. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.